Юрочка спрашивает. Николай, почему вы не можете обратиться к Путину напрямую? Сколько об этом говорил Михеев? Сколько России будет сопли жевать? Нам уже в Республике Беларусь становится страшно. Да, только Михеев это говорит на телевизоре, куда его пускают. А мне власти дали 5 лет и 500 тысяч штрафов. Поэтому как я могу общаться с Путиным, интересно, каким образом? Мы с ним не знакомы, никогда не встречались. Я могу выражать свою точку зрения только здесь. А Михеев, знаете, при всем своем антикоммунизме, он чем-то, чему недоволен. И недоволен лет 5. Так он кем недоволен-то? Тем, где он выступает? Он все орет, там патриотизм выступает у человека, у которого Соловьев недавно собственность в Италии конфисковали. Ну, надоело это лицемерие уже, бока.